десятое событие в сказочной версии становилось частью поучительной истории. Разбойники. Ну, рассаживайтесь. Удобно. Шш. Ну, слушайте. Однажды теплым, светлым утром на базаре такую людям злую новость рассказали. У Али и Касыма двух братьев родных умер старый отец, умер добрый отец. Рассказали, брат Касым, старший брат, стал наследство копить, торговать, покупать, прибавлять и растить. Рассказали, рассказали, младший брат Али Баба стал дарить, угощать, всем гостям раздавать, бедняков баловать. Рассказали, рассказали. Жены Али Баба взял подругу Зинаб. Жены Али Баба взял подругу Зинаб. Ей на свадьбу кувшину дал бедный отец, рассказали. Ей на свадьбу кувшину дал бедный отец, рассказали. За Касыма женой отдал дочь Фатиму. Отдал главный судья, а в придачу... Дворец! Эй, Касым, а Касым? Говори, Фатима. Брат твой ходит босым? Как большого ума. Очень умный твой брат, очень добрый твой брат. На базаре о нем говорят. Да? Что они обо мне говорят? А тебе все вздыхают подряд. Брат Касым, он всего лишь богат. Эй, Фатима. Слушаю, мой господин. Лимоны здесь, вот здесь хурма. Инжир. Все в погреб. Здесь апельсин. Наш Али-Баба, ты знаешь сама. Очень глупый бедняга, ты съешь апельсин. Болтунов на базаре ожидает тюрьма. Твой папаша судья, а ты съешь апельсин. Золотое житье, какова храма. Каны быстро в подвал, а ты будешь кушать этот хурма, то есть этот апельсин или нет? Кто нам поможет? Бедникам, где силы взять? Аллах высоко, а султан, где деньги взять? Что делать, счастье в Персии не дать, не взять? Моя бедная Зейнаб, не видишь ты? Я во
возьму тебе немного, скажешь. А? Кто нам поможет бедникам, где силы взять? Аллах высоко, а султан, где деньги взять? Что делать, счастье Персии не дать, не взять? Что делать, счастье Персии не дать, не взять? Вот, я взял. И незаметно сколько взял. Чьи лежит? От страха содрожит. Ой, надо торопиться. Чистые, Зайнаб. Не знаю, ноги мыл или невестка. Циновки чистые, а мерка там, там, в дальней комнате. Постой, невестка. Группы не сосчитать. Ну и невестка. Мы медом кое-где пометим мерку. Посмотрим вечером, что даст проверка. Группы не сосчитать. Ну и невестка. Чище моих ног. Подумаешь, циновная невестка, мы бедняки, но чище наших ног. Не видел ваш порог, любезная невестка. Фатима! Фатима! Зейнаб? Зейнаб? Акакем? Касым? Мерка для крупы твоей проверка. Верни мне к вечеру привет Али-Бабе. Косым летает целый день, как беркут. Давно не виделись, привет Али-Бабе. Маккартни из Леннон. А вскочи из белый свет, никого умнее нет нашего Хасана. Браво, браво. Проживи 2000 лет, никого моложе нет нашего Хасана. Ну что вы, браво. Обскочи весь белый свет, никого моложе нет нашего Хасана. Браво, Никитин, браво. Берковский и... Смеха. Да. Браво, браво. Ну что вы, браво. Честно скажу, хвала не отрава. Спасибо, ребята. Ну, конечно, вы правы. Слова восхищения совсем не забавы. У вас хищение, у нас хищение, у них хищение. Но после нашего посещения у нас восторг, прошу прощения. На восторг нет воспрещения. Честно, ребята, хвала не отрава. Честно скажу, а ну работать пора вам. Господь, мужа, береги, пусть сдохнут
все мои ноги. Зачем эти слезки испортили глазки, Фатима? Ушел вечер плова, настал вечер ласки, Фатима. Ах, нищий, скорей позабудь все дары. Фатима. Твой брат на горе, ты башмак у горы. Аллаха молись, чтоб тебя не побил. Твой братец Али тебя перекрыл. А? Женщина. Ты самый умный, косым. Ты как золото считаешь, косым? Пальцами, перстами. А если много золота, ты как считаешь? Ладонями, горстями. А брат твой бедный, чем, как ты считаешь? Дурацкими мечтами. Богатству служить. Я стану двоюродной женой и рабыней великого Али-Баба-Бабыни. А ты будешь вечно смешон и лавки у этого дома лишен. Ой, я несчастнейшая из персидских жен. Прочь, косым, прочь, я даю тебе ночь, думай, как себе помочь. Ахмед Мухаммед. Ну, как там вообще, в принципе, семьи как? Очень хорошо. Господа разбойники, все вы знаете, что вчера в нашу пещеру кто-то проник, кто-то знает секрет письма Симсин. Что знаешь, виду не подай, молчи. А я бегу к судье, к отцу бегу. Иди, не дай очухаться врагу. Да, будем торопиться. Я бегу. Ну, помогай, Аллах. Все карты у меня. Врагам Али-Бабы не видеть света. Что-то будет. Вкусно будет. Где Фатима? Она с вами живет или нет? Мы поем, ее нет. Пускай с нами поет. Да. Ой, конечно, Фатима, иди. Она идет, но я прошу, Али-Баба, один куплет не надо спорить, ты мне муж или же нет? Конечно, муж, но что-то странно мне, Зейнаб. Мне тоже странно и обидно. А где Зейнаб? Зейнаб, деточка. Зейнаб-то вот, моя жена. А где Фатима? Ну вот и Фатима. А, сестра. Оп, Фатима. Ах, красавец гость, храни тебя Аллах. Ах, смотри, еще красивее в зеркалах. Она мне нравится. Что ты, красавица? Ну-ка, пойте, я станцую, скажешь ах. Пойте громче, сядьте быстро на ковра. Она мне нравится, да. Что ты, красавица? Родился здесь с песней.
Вместе с песнею теряю вес. Персия, мой папа бес. Был косым совсем плохой. Слава богу, что живой. Бодрый, добрый, молодой. Стал косым совсем другой. Персия, Персия, у нас все есть. Персия, Персия, и даже нефть. Персия, Персия, у нас есть газ. Персия, Персия, мы любим вас. Был Хасан совсем плохой, хоть с красивой бородой. Правда, был плохой и злой, так как был я холостой. Персия, Персия, в гарем хочу. Персия, Персия, уже плачу. Персия, Персия, хорошая инвестиция. Персия, такая, понимаешь, традиция. Персия, Персия, ты родина слонов. Персия, Персия, родина чая. Персия, Персия, я отвечаю. Мы такие белые, а чай зеленый. А потому мужчина всегда такой влюбленный. Каждому дому света и счастья. Каждое сердце пусть минет ненастье. Станем мирно жить, любить, никого не мучая. Бог сказал, все люди братья. Сестры в крайнем случае. Наступил наконец, а Навруз в переводе — счастливый конец.